Суисинфо, Швейцария. Президент Швейцарии Ули Маурер посетит Россию и Казахстан. Суисинфо, Швейцария. 21 ноября 2019 года. В четверг 21 ноября 2019 года швейцарский федеральный президент. Президенты в Швейцарии меняются каждый год. Ули Маурер отправится на восток и посетит Россию и Казахстан. В Москве швейцарский гость встретится с президентом России Владимиром Путиным и премьером Дмитрием Медведевым. Запланировано обсуждение вопросов, связанных с актуальными горячими точками на политической карте мира, в том числе с востоком Украины. Сирии и Южным Кавказом. Речь пойдет также о миротворческих усилиях Швейцарии. Напомним, что начиная с 2009 года Швейцария представляет интересы России в Грузии и Грузии в России. Не исключено, что швейцарский президент обсудит в Москве перспективы развития экономических отношений двух стран. Из России президент Швейцарии отправится далее в Казахстан где в пятницу 22 ноября 2019 года проведет консультации с Касом Жамартом Такаевым президентом Республики Казахстан и верховным главнокомандующим ее вооруженными силами с марта 2019 года. Темы станут, прежде всего, экономические отношения Швейцарии с Казахстаном и странами региона на фоне продвигаемого Китаем экономического проекта «Новый шелковый путь». Как в Швейцарии оценивают визит Ули Маурера в Россию и Казахстан? В последние месяцы и недели в Швейцарии были слышны критические голоса в адрес расписания зарубежной вояжи швейцарского президента. Указывалось, что он предпочитает общаться с деспотами Востока, игнорируя страны, с которыми Швейцария делит общий набор демократических и либеральных ценностей, лежащих в основе швейцарских государственности и образа жизни. Как оценивают в Конфедерации, в частности, визит Ули Маурера в Москву. Ниже мнения швейцарского радио СРФ и его корреспондента в Москве Давида Нуэра. Давид Нуэр. СРФ Ньюс. Насколько важен российский рынок для Швейцарии? Давид Нуэр. Важен но не слишком. В год Швейцария экспортирует в Россию товаров на сумму в примерно 2,5 миллиарда франков. Среди них прежде всего медикаменты, а также продукция машиностроительной отрасли и часы. По сравнению с другими странами рынок России для Швейцарии сравнительно мал. Например, в Германию Швейцария поставляет ежегодно товаров на сумму в 50 миллиардов франков. Какое значение имеет Швейцария для президента России Владимира Путина? В Кремле высоко ценят нейтралитет Швейцарии. Она не является ни членом ЕС, ни НАТО. В российских дипломатических кругах дают понять, что представители Мид России всегда охотно проводят консультации со своими швейцарскими коллегами. Мол, они то всегда прямо скажут все, что думают, в отличие от дипломатов из стран Евросоюза позитивно оценивают в Москве и прагматический подход Швейцарии к России. В Москве высоко оценят отсутствие у Швейцарии склонности громко и прилюдно получать Россию в области прав человека. И если уж Швейцария ставит связанные с правами человека вопросы, то в конфиденциальном порядке и за закрытыми дверями. И, разумеется, такой подход в Москве оценивается по достоинству. Швейцария представляет интересы Российской Федерации в Грузии и наоборот. Как Москва воспринимает и оценивает посреднические услуги Берна? Позитивно. Россия согласилась несколько лет назад признать Швейцарию в качестве посредника именно потому, что она рассматривала и продолжает рассматривать нашу страну в качестве честного маклера, которая способна даже в сложных условиях Южного Кавказа хорошо делать свою работу. И это как раз и есть признак того, что Кремль доверяет официальной Швейцарии. Федеральный президент Маурер подчеркивает, что Россию необходимо снова активнее привлекать к международным делам. Нетрудно догадаться, что такие слова в Москве слышат особенно охотно? Не так ли? В самом деле, такого рода высказывания весьма радуют Кремль. Все последние годы Путин стремится приложить максимум усилий с тем, чтобы снова обеспечить Москве как можно более значимую роль на международной арене. И если Маурер повторит теперь эти же слова в Москве то там он точно сумеет в значительной степени расширить круг своих друзей. Наверняка его визит будет весьма подробно освещаться во всех основных вечерних новостных программах в качестве доказательства того, что Россия продолжает в рамках международных отношений играть роль высокооценимого партнера. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.